Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 14 июля 2021 года. Виноград сорт ЧБЗ. Сегодня я его обчеканила. Я взяла макушки, я до этого их прищипывала. Они туда уперлись уже вот в первую верхнюю проволоку. Я до туда не достаю, поэтому вот на уровне своей руки я сделала срезы. Обязательно оставляем пасынки. Желательно два пасынка. На ЧБЗ два пасынка надо. Которые будут расти дальше. Потом мы снова их обчеканим. Вот такую кучу начеканила. Листья огромные. Здесь еще больше. Громадные листья. Вот как раз кто любит голубцы, долму мы не любим, что у нас никто не ест. Ну, можно сделать квас. Листья молодые, ничем не обработанные, можно сделать квас и можно сделать шампанское при желании. Если его не чеканить, вот я одну оставила, чтобы вот смотреть за ним. Вот он 3 метра, наверное, уже 4 с копейками. Он вырастет, еще ему расти и расти, да, до октября, ну, до сентября, там, до каких-то заморозков. Ну, посмотрим, наверное, на улицу, потом его выведу туда, в дверь. Вот. Поэтому виноград надо чеканить, иначе он заполонит всю теплицу. Здесь темновато от яблони. Ну, ничего, растем потихонечку. Внизу у меня полиэтилен, картон. Я не убираю. Отсекаю землю от винограда. Для того, чтобы болячки никакие не прицеплялись. Полив только через трубу. И то у нас так сейчас хорошо полило, что, наверное, больше поливать не придется в этом году виноград. В моих условиях, по крайней мере. Все, всем пока.